Он не выстрелил сразу. Истинная популярность шла к нему не спеша. Именно поэтому он заслужил ее. Или не заслужил? Как считаешь? Можешь сразу написать об этом в комментариях. А пока ближе к экрану. Это 5 сериалов с Джаном Яманом, которые обязательно нужно посмотреть, если ты, конечно, любишь этого турецкого актера. «Дела сердечные». Самая неопытная роль Джана Ямана состоялась в этом сериале, ведь именно здесь он дебютировал в роли персонажа по имени Бедир. Нелегко пришлось ему тогда в 2014 году. Режиссер потребовал от Джана скинуть 7 килограммов, поскольку ему не понравились слишком накачанные плечи, которые как бы не подходили под роль. Как по мне, режиссер просто комплексировал на его фоне, вот и все причины. Внешность актера тогда тоже изурядно, так сказать, подправили, причем не в лучшую сторону. Даже стилист в то время извинялся перед Джаном. «Извините, что я вас изуродовал». «Любовь на зло» или «Упрямая любовь». Это второй сериал, где снялся Джан Яман, и здесь у него уже главная роль – преуспевающего бизнесмена Ялына. Ну и, конечно же, персонаж более ухоженный, чем в предыдущем сериале. Ялын все время пытается найти общий язык со своей подчиненной, и насколько это ему удается, можно узнать, только посмотрев этот сериал. «Кто из нас не любил?» Ну, очень интересная история большой любви, которая закончилась через глупое недоразумение. Сквозь года чувства воспламеняются с новой силой, и их уже не остановить. Хотя, не без проблем. Героя Джана Ямана зовут Тарык. Здесь он даже тайно женится. Интриги хватает с головой. Посмотри и открой для себя Джана с другой стороны. «Полнолуние». С каждым последующим сериалом Джан Яман становится все ярче. В «Полнолунии» уверенности в образе его героя Ферита становится еще больше. Уверенный бизнесмен знает, чего хочет от жизни, но уж никак не ожидал, что захочет видеть своей возлюбленной обычную повариху, которая на него работает. Как невозможная любовь становится возможной, мы можем понаблюдать именно здесь. «Ранняя пташка». Лишних слов не надо, ведь, скорее всего, заинтересованность Джаном Яманом пришла у тебя именно с этим сериалом. Кардинально другой облик Джана и необычно чувственная роль его героя, который влюбляется в девушку по имени Санем, принесли актеру всемирную известность. Также многие говорят, что именно Димет Аздемир, которая сыграла роль главной героини, сделала свой очень большой вклад, чтобы Джан Яман засиял на максимум. Пиши, заслуженно ли досталась слава Джану и какой сериал из представленных с ним ты еще планируешь посмотреть? Обязательно смотри мой канал, подписывайся и ставь лайк.